Надежда, если у офисного стула есть колеса, это не значит, что расстояние в 2 метра нужно проезжать, словно вдоль железной дороги живем. Екатерина, дырокол может делать отверстие и при более плавном нажатии. Громыхает, словно молот об наковальню. Коллеги, я принесла с собой сладкий перекус, могу поделиться. Никто ведь не хочет? Ольга, я прочитала твой годовой отчет и резонно хотела бы вставить ремарки. Местоимение «вы» в русском языке пишется с маленькой буквы. Писать «вы» с большой придумали подхалимы или заблюды, знай это. Ты пишешь словосочетание «самый лучший». Меня это обескуражило. Слово «лучший» подразумевает максимальное значение качества, и добавлять к нему «самый» является верхом безграмотности. Стыдно знакомиться с грамотой в твоей почетной 35. И я напомню, первое образование мое педагогическое. Дискутировать со мной будешь? Я недосягаема для твоих дерзновенных аргументов и дедукций.